фондах Акасского музея более 150 тысяч единиц хранения. В Барнаул привезли самое интересное – 200 уникальных экспонатов. Центральное место экспозиции займет национальная хакасская одежда, в том числе та, что носили шаманы. Одежда, в том числе праздничная, украшена национальной вышивкой. Костюм хакаса всегда подчеркивал социальный статус человека и его благосостояние. К примеру, этот экспонат – нагрудное национальное украшение пога. Оно существует исключительно в хакасской культуре. Считалось, что его обладатель привлекает успех, богатство и возможность иметь много детей. Нагрудное украшение имело право носить только женщина с множеством детей. Вот, и успешная, и богатая, так скажем. Нагрудное украшение пуго делалось особым способом. И опять же, оно было очень дорогостоящее. Почему? Потому что перламутр, да, те же кораллы, они имели огромную стоимость. Конечно, с 19 века визуальное украшение немного изменилось, но, говорят, хакасы носят такие по праздникам до сих пор. Гости экспозиции могут узнать также о быте, хозяйстве, промыслах хакасского народа. Каждому человеку найдется, что посмотреть, будь то ребенок, будь то взрослый человек, будь то студенты. Для студентов, конечно, особенно это интересно, потому что они же изучают историю, изучают культуру разных народов. Напомню, что экспозиция будет работать на площадке Алтайского краеведческого музея с 13 сентября по 15 декабря. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком.